have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Аладушки, мы в Бастионе, и у нас тут Зулф что-то начудил. Осколок монумента, давайте глянем, для получения сведений. Осколок монумента. Свидетельство ярости Зулфа по отношению к Бастиону, что-то вызвало вспышку насилия в этом человеке. Он напал на Рукса, серьезно повредил монумент, а затем скрылся в сердцах. Зулф проклинал город, проклинал Бастион. Проклинал меня и сказал, что он идет домой. Как только Зулф прочел дневник, он впал в бешенство. Начал крушить монумент, пока я не попытался его остановить. Я твоя понимать. Ничего нового я не получил. Последним болтом. Ну, короче, ладно. Это нужно оружие менять, чтобы получать тут дальше достижения. Здесь у меня два недруги. Акоби. Нет, нет, не надо. Я нашел два. Ну ладно. Дай, иди, иди, пожалуйста. Чем мне, кстати, по деньгам? 258. Последний сигнал. Ражал мушкетный мушкетон. Навык. Выстрел вверх, вызывающий шквал снарядов, которые... Ну, не знаю. Дуэльные пистолеты. Кстати, дуэльные пистолеты. Может, я как-то смогу их прокачать? У меня... Хочешь выжить в дебрях? Захвати пару пистолетов и хороший клинок. Это на что? Легкий клыкомет. Это... Вот, на дуэльные пистолеты. Но у меня не хватает даже на первых. Плюс 4 количество пуль убирают разброс от... Ой, блин, убирают разброс от выстрелов. Это прикольно. Но у меня негде это получить. Так, уровень новый я же не получал. Нет, скоро получу. Сидр брызга сделает его крепче. Только послевкусие не очень приятное. Прикоснись к монументу. Пардон, давайте. Зулф серьезно повредил монумент. Но есть способ все исправить. Осколки. Осколки. Нам понадобятся все до единого, чтобы выходить Бастион. Город занес осколки в дебри. Теперь мальцу предстоит их вернуть. Так, обнаружен осколок. Это все испытание, да? Испытания мне... Не знаю, не очень понравились в этой игре. Не, они, в принципе, интересные, но нет. Полететь в осколки. Сейчас посмотрим. После выходки Зулфа мальцу придется искать осколки. Начнем с трясины Джосона. Ты заблудишься в этой трясине, сказал я мальцу. Я не смогу тебя вывести. Значит, постараемся не заблудиться. Ну, я отпустил его. А что я мог сделать? Любой поступил бы так же. А тут что? Выглядит так, как будто я мог туда пройти. Нет, не могу. Очень жаль. Это выглядит... Зулф помешал нам. Сильно повредил Бастион. Я это понимаю. Зачем вы мне очевидные вещи сейчас говорите? Но осколки исправят ситуацию. Они словно маленькие дозы ядерной терапии. По сути, Зулф у нас намечается последним боссом? Или где? Я время от времени... Спасибо. Время от времени нажимаю на Shift, чтобы бежать, но здесь-то не так работает. Жаль, это лекарство хранится лишь в одном месте. В опасных дебрях. Это место отравляет разум. Отравляет разум.
Не знаю, куда он делся. Может, он исчез навсегда, кто знает. Зато жизнь восстановили. Где бы он ни был, он там, где я ни разу не бывал. Куда я никогда не захотел бы попасть. Да я F нажал же! Как он не старается. Моментально меня просто уронили, офигеть. Мертвецы радушно встретили его. Малец неплохо дерется. Да пропустите вы меня. Хорош падать! Выживший. Вот тена. Это одинокий призрак газовчанина. Не одинокий! Их тут два! Сказать мальцу, который видел слишком много. Я Зулф из Ура. Рад с тобой познакомиться. Малец видит нечто еще более странное. Кто-нибудь еще выжил? Конечно же, его встречали. Может, давайте без встречи как-то? Да хорош! Вот это прям... А! Его со спины надо бить, это я вспомнил. Блин, жестко как-то, смотрите, моментально прессуют. Я не успеваю! Обалдеть! Просто уничтожили! Фух! Ничку в темноту. Да не падай ты! Я думал, туда пройти можно. Ай, что вы делаете? Последняя хилка, последняя жизнь. Теперь Бастион может отправить его еще дальше. В неизведанные дебри. А, это мои. Малец входит в одну из самых знаменитых забегаловок Цейлондии. Целиться лучше. Я смотрю не на линию, а на экран.
Надо смотреть на линию. Малец преуспел там, где катастрофа провалилась. Я заберу. Милочка, это мне уровень так все поднял? То, что я левелапнулся или что? Видишь, что он сделал с бедным старым трактирщиком Ронди? Вижу, вижу. В правильной истории всегда есть начало. С этой историей все просто. Вот малец, вокруг которого все в полном порядке, дремлет себе на каменюке в небе. Ну это же начало, да? Да. Он просыпается. Я просто шучу. Он видит то, что осталось от волнистых стен. Годы работы на смарку. Он видит, что осталось от быка Пифия. Боги. Они все сгинули. Он видит, что осталось от старого друга. Ай, не падай! Его друг, он тоже сгинул. Я сам с собой сейчас дрался. Все, что осталось, сгинуло. Я, кстати, взял руду, если что. Взять руду, положить руду, что... Я не понимаю... Взять дрова. Положить дрова. Отдохнуть. Что-то немного непонятно пока что. Мы думали, что потеряли его, но он очнулся. Осколок не потерян, больше нет. Теперь надо выбираться из этой дыры. Блин, у меня последняя хпшка. Наголи зацепляют его ступни колючими шипами. Мерзкие создания. Наголизы. Что тебе известно о легкоцвете? Он больше, чем говорится в преданиях. Вонь от его дыхания сравнима с вонью от мусороглота. Говорят, один лишь запах легкоцвета может лишить разум. Я вообще не понимаю, что происходит на экране, если что. Ну, малец его прополол как смог. Просто спамил на кнопки и все. Серьезно. Я не знаю, как я там не помер, как это произошло. Что произошло на трясине. Малец никогда не говорил об этом. Я не знаю, откуда у меня брали жизнь. Я просто вызвал всех своих пиявок и давай эту штуку месить. Осколок, как ядро для бедных. Но нищим не пристало выбирать. Так, Бастион, я могу наконец-то... качнуть. Механизм надежного оружия состоит из множества подвижных частей. Так, это у нас что-то мерзкое для кукомета. Мне пока не надо. Потому что я не особо что пользуюсь. Еще тут можно сказать? Первый осколок. Вот так. Еще немного осколков, и мы снова будем на плаву. Один осколок может вдохнуть жизнь в это место.
А зачем вы мне... В осколке хватит заряда, чтобы приукрасить любое из этих мест. Улучшить. Давай, кузня. Я не знаю, что лучшая это лучшая кузня в городе. Комплимент сомнительный, но все же. Я не знаю, что улучшилось. Так, количество болтов. Теперь он может стрелять из кулекомета днями напролет. У нас есть... Все, я понял. Кстати, насчет пистолета. Давайте я, наверное, все-таки поменяю сейчас на дробаш. Потому что я его улучшил, но так и не обкатал его. Попробуем сходить за еще одним осколочком. Город хотел использовать осколки, чтобы следить за дебрями. Такой был план. Попробуем. Нет, ну, пистолеты мне тоже понравились, но вот эта штука, она больше помогает в ситуациях, когда... Крокодилы рыскали по всем дебрям, но гнездились в лагуне Рофуса. Многие из сказок, которыми пугали детишек, появились именно здесь. Все виды чудовищ от мала до велика еще рыскают по окрестностям. Мне понравилось то улучшение, которое я сделал, меньше разброс и дальше точно, ну, дальше точная стрельба. Эти создания, они не любят компанию. Я пока вспомнил, что этого чувака вообще надо бить со спины, он меня чуть не убил в прошлый раз. Лишь чистильщики города знали все тропы в лагуне. Они двигались быстро и тихо. Обманка? То есть я, по-моему, провафлил только что, да? Я себе... Блин, я себе вместо... Даже чистильщики познали страх этого места. Вместо помощника поставил обманку. Я не хочу обманку. Вот это немножечко мне фишка не нравится, когда тебе среди уровня предлагают что-то новое. Они считают, что крокодилы вымерли. Зачем я это сделал? Просто пришел наверх, чтобы убить его? Ну ладно, давайте. Так вот, сразу на месте дают тебе попробовать это новое умение. Что ж, это не так. Крокодилы. Они называли ее Королева Анна. Что это за цветочки такие? Они вроде как ничего не делают. Я, по крайней мере, может, просто забыл. Королева Анна заполучила осколок. Крокодилы любят все блестящее. Знаешь, да что не падай же хуже, ты, чем дыхание крокодила? Зловонник. Ну, по чуть-чуть, так по чуть-чуть. Зловонный, блин. Не время охотиться за клевуном, но малец не устоял. Да, ну ёлки. Не сразить без особого оружия. Ну, а мне хоть бутылочку дал, которую я на него же и потратил, блин. Я там что-то еще, по-моему, взял. Ладно. Особое оружие — это вот эта фигня? Ранить крокодила можно только в дождь.
А сейчас дождя нет. Чистильщики пользовались копьями, чтобы держаться на расстоянии. Теперь Малец мог то же самое. Да можно этого, пожалуйста, не делать! Лева хорошенько цапнула его. Вот да. Тебе и страна крокодилов. Нормально, даете мне новое оружие, которым я без понятия, как пользоваться. Нервирует королеву Анну, и она отступает. Мне не нравится это оружие. Что-то мерзкое. Большинству клевунов хватало ума не стоять на пути королевы Анны. Ай, больно. А тут что? Не буду пока хилиться. Эти игольники живут за счет объедков крокодилиц. Королева Анна не могла протиснуться по узким тропкам. И оно развонялось там везде. Мне это копье не очень нравится. Мне предложат биться с боссом оружием, которое мне не нравится. Хорошо, хоть дробаш, что ли, взял. О, это я вовремя. Королева привела мальца в хитроумную ловушку. Один неверный шаг в такой траве, и он королевский обед. Он не сдается. Похоже, у королевы не остается выбора. Так, она тут. Вот. Про это мы не договаривались, ребят. Мне тут лишнего ничего не надо. Все еще не следа осколка. О, оружейное, хорошо. Копье, колющее оружие ближнего боя. Мощное оружие средней дальности. Можно метать. Да ну блин, мне это метание как-то... Давайте я обратно мачете поменяю, пожалуйста. И вот это тоже нужно. Какая к черту обманка? Дайте мне вот эту штуку. Видимо, путь чистильщика ему не понравился. Хорошо, если что, тут, если получится вернуться, можно будет обменять свое снаряжение. А, фиг, ясно. Я уже никуда не вернусь. Чем ближе логово крокодила, тем гуще растет высокая трава. Мальцу нужно сматываться отсюда. Верю. Скачущим безмозглым королева Анна нравилась не больше, чем Малец. Нет! Ничего не пропускаю. Погодите, сюда можно было... Да, сюда можно было пойти. Два раза тебе.
А тут что? Королева, должно быть, спугнула из укрытия стайку клевунов. Даже зловонники знают, что лучше не стоять на пути королевы. Что мне будет за этого зловонника? Просто хп, это, экспы подцепят мне? Да хорош пердеть. Ну уйди. О! Что-то зазубренное. Для копья что-то мерзкое. Это все улучшение, улучшение, хорошо. Крокодилы неважно заботятся о молоднике. Вот почему их не так уж много. Яйцо какое-то получил. А, это яйцо крокодила. Хочешь узнать, как найти логово крокодила? Половина мальца. Так, тут хилка есть, если что, запасная. Теперь она идет за ним. Ей больше некуда бежать. Осколок на самом видном месте. Говорят, если пробежал мимо крокодила, то лучше продолжать бежать. Ну, в принципе, тактика понятна. Она начинает целиться. Это на здоровье. Давайте без фокусов. Вот, урон продолжает идти и после этого. Да хорош! Хорош, успокойся! О, она мне там поможет, хорошо. Да куда? Зачем? Да теперь она точно в ярости. Я же наношу урон, правильно? Правильно. Это за чистильщиков. Фу. Бутылка! У меня больше хилок не осталось. Но я надеюсь, что это уже назад. Малец сделал то, что должен был. Все, два осколочка. Правление королевы Анны окончено. И у нас часть ее наследия. Супер. Так, ну-ка. Эта крокодилица чокнутая, как и девчушка, обещавшая за ней присматривать. У нас тут своя крокодилица будет. Так, окей. Второй осколочек надо поставить. Королеву Анну считали вымыслом, но у нас живое подтверждение обратного. Так, это для копья.
Меньше задержка между бросками. Ну, броски-то такое, шанс критического удара. Я не хочу пока что прокачивать даже это копье, потому что у меня не так много денег. А что здесь нового? А, погодите, стойте. У меня же новый уровень. Я могу, получается, новый тоник клепнуть, да? Да. Есть критического удара. Меньше, ну, когда маленькое здоровье. Я думаю, что вот это можно. Оно, по крайней мере, без дебафов. Пепельный портер пьется легко, а затем камнем оседает в желудке. Ладно, ребятушки, тогда получается, что в следующий раз... Давайте я сразу ее поставлю. Столько проблем из-за одного осколка. Но знаешь что? Оно того стоило. Окей, значит, у нас было 6 кристаллов и 6 осколков, потому что мы теперь сможем прокачивать наше здание. Оружейная завершена. На случай нужды в защите. Я уже не знаю, какой там будет бонус. Получается, у нас будет еще 4 этих осколка, а потом будет что-то еще. Поэтому пока что все. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем лучше. Всем покеда.